Ребята, всем привет! Вы на канале Интернет и деньги. Кто еще не знает, я запустил небольшую рубрику по сайтам для заработка без вложений, которые платят уже годами. Три ролика на канале у меня уже есть. Это сайт SurfEarner, LikesRock и PRMBiz. Сегодня речь пойдет о зарубежном буксе. Кстати, этот букс на криптовалюте, то есть будем зарабатывать сатошики биткоина. Называется он AdBTC. Я думаю, что многие из вас не знакомы, потому что это довольно известный сайт. Я здесь постоянно зарабатываю. Иногда, конечно, и пропускаю. Было время, что я месяцами сюда не заходил. Поэтому сумма выведенных средств у меня там не так очень большая за все время. Что касаемо старта, точной информации я не нашел. На одном сайте написано, что стартовал он в 2016 году. На форуме MMGP написано, что в марте 2017. Но в принципе это не важно, потому что я тут уже более 2 лет зарегистрирован и до сих пор сайт платит. Итак, давайте перейдем в кабинет, посмотрим, как здесь зарабатывать. Вот так выглядит кабинет. На балансе, как видим, у меня 69 959 сатоши. Зарабатывать здесь можно вот здесь в разделе «Заработать». Кстати, можно и давать рекламу, но нас интересует вот этот раздел. Есть 3 вида заработка: серфинг сайтов, серфинг в активном окне и автосерфинг. Серфинг сайтов, думаю, никому объяснять не нужно, как это делается. Заходите в данный раздел. Вот, сейчас доступно 11 сайтов на сумму 140 сатоши. Кстати, заходить можно несколько раз в день, потому что реклама постоянно здесь добавляется. Чтобы зарабатывать, нажимаете вот кнопочку «Начать», у вас открывается новая вкладка. На этом сайте вам быть не обязательно, но главное, чтобы его не закрывать. Вот тут вверху вам будет идти таймер, как только он дойдет к нулю. Переходите вот именно на эту страничку, у вас эта страничка автоматически обновится и появится опять кнопочка, чтобы посмотреть другой сайт. Но если кнопочка будет не здесь, это не значит, что другой сайт вы не можете посмотреть. Просто эта кнопочка бывает иногда вот здесь, в общем, может быть где угодно. Так что будьте внимательны. Далее, серфинг в активном окне. На данный момент его нет, но здесь тоже все просто. У вас также здесь будет список всех сайтов. Нажимаете, у вас открывается новая вкладка. В этот раз вам уже необходимо на этом сайте оставаться, пока таймер не закончится. Далее вам выйдет капча из 4 картинок. Вам необходимо нажать на одну из 2 одинаковых. После чего денежка зачислится вам на баланс. Автосерфинг тоже все просто. Сейчас сайтов нет, но если будут, у вас будет вот здесь кнопочка и написано, сколько доступно сайтов. У вас также открывается новая вкладка и дальше серфинг происходит автоматически. Также можно зарабатывать на реферальной программе. Давайте перейдем, посмотрим. Кстати, вот сразу ваша реферальная ссылка. И зарабатывать вы будете 10% от просмотра серфинга вашими рефералами. И также, если ваши рефералы будут здесь заказывать рекламу, то вы будете зарабатывать 5% от суммы, которую они будут на это тратить. Если нажать на кнопочку «Баннеры», соответственно, откроются вот такие вот баннера, с помощью которых можно рекламировать данный проект. Что касаемо вывода. Можно выводить на Faucet Hub, на биткоин адрес, либо переместить на рекламный баланс. Давайте нажму, например, на биткоин адрес. Вот здесь сразу написано, вы можете выводить на Exmo и Pair, но минимальная сумма на эти 2 платежки 100 тысяч сатоши. Почему так? Потому что на Pair есть лимиты, если вы переводите в биткоине, кстати, кто не знал, там уже можно держать биткоин и другие криптовалюты. Так вот, если вы переводите на Pair меньше 100 тысяч сатоши, то денежка вам просто на Pair не придет. Это не будет значить, что проект не платит, просто Pair меньшие суммы не принимает. Вот как-то так. Также перед тем, как выводить, необходимо установить ваши кошельки. Вот я могу нажать кнопочку «Изменить» и все здесь установить. Я же рекомендую, у кого есть Faucet Hub, выводить на Faucet Hub, потому что, насколько я знаю, минималка на Faucet Hub составляет всего 5000 сатошиков. Сколько на биткоин адрес я уже точно не помню, но она намного больше. Давайте теперь посмотрим вот сюда, смена кошелька. Кстати, здесь сразу вы также можете установить свои кошельки. Вот, получить код для смены, который вам придет на почту. И вы сможете изменить ваш биткоин кошелек. Выплаты здесь ручные, по регламенту не помню сколько дней, но приходят, в принципе, довольно-таки
быстро. Сейчас выплату показывать не буду, потому что хочу добить до 100 тысяч сатоши, и тогда уже сделаю еще один ролик о выводе отсюда средств. Кстати, выплаты можно посмотреть, сколько я уже заработал. Вот все мои выплаты. И всего вывел с проекта я 178 733 сатошики. Как я и сказал, если бы я работал на сайте постоянно, каждый день, эта сумма была бы в разы больше. Ну что, вот такой вот интересный вид заработка в криптовалюте. Биткоин сейчас стоит совсем немало, поэтому я думаю, что выгодно даже такие суммы зарабатывать. И если сразу не выводить, то держать у себя на биткоин кошельке и, конечно же, ждать, пока биткоин вырастет в цене еще больше, и тогда уже его продавать. Ссылочку на данный букс я оставляю в описании. Ну а вы были на канале Интернет и Деньги. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.